Привет, меня зовут Лев Данилкин. Уже совсем скоро начнется крупнейшая российская книжная ярмарка Nonfiction, где 27 марта я буду участвовать в презентации книжки моих друзей Андрея Солдатова и Ирины Борган «Свои среди чужих». Мы поговорим о сложных отношениях российской политической эмиграции и Кремля и почему, даже уже выдавив этих людей за границу, Кремль продолжает преследовать этих людей. Приходите на ярмарку, читайте хорошие книжки.